Наша профессия – стриптизеры духа. Да. Наша рубрика «Шекспир с нами». Когда б моча нам в голову не била, не изрекал богатости язык, мир был бы краше. Так, сударь, я считаю. Плевал я на Гамлета, раз не умеет жить. Слушайте, а может, вот такое грим оставим? Мне нормально же? Достаточно. Вау-вау, юбилей. Ах, арктическая слейерка, арктическая слейерка, когда же повстречаемся с тобою мы опять? Ну что, Володь, все, дошел? Живу на улице. На улице живешь? Скитаюсь. В каждом городе я покупаю новую одежду. Вот так вот Европа. Мелочи не будет, ребят. С Володькой обошлась. В Европе-то все дешевле, надо брать здесь все. Ну, что-то магнитик-то 4 евро. Магнитик-то это для лошпо, а туристов. А так, как я? Да. Ложечник базин. Ложечник базин? Оси. Называется юмор падших. Кроссик. Это что за такое странное? Инновации. Инновации? Я ж художник. Экспериментирую, Вова. Родинку сведи, мешает. Атче, Корней. Атче. Слышал, что сказал? Атче, Корней. Ты не сможешь делать так, как я сейчас. Володь, народ-то пришел, что ты закрасил глаза, не видел. Мозг раскрасил. Я считаю, это сатанизм. Европа. Здрасте, мы старину любим вот эту силу. Да гоните его уже нахуй с Европы. Заебал. Спасибо, брат. Гопник МС, блять. Вот так вот.